funciona. De broche, de broche, de broche. 20, yo esto lo tenía en la mano. Брат, нормально, пенальти забил, все. Нормально, наверное. Бохи не надо. Нормально езжу. А ну, давай. Пятками. Пятками? Да. И пятками играешь. Клит,
смотри, сними это, сними. Типа поставил. Че, погнали? The safety instruction card located in the pocket in front of you. Сейчас мы просим вас застегнуть ремень безопасности, привести. Проводникам занять места для перевода дверей, двери к зам.
Ну да, ну как можно будет. Ispričavam se, prvo neka idu pitanja Georgiju, a potom izborniku. Команда выходит играть не на ничью, там, не на какой-то результат, а выходит играть в футбол. Вот тем не менее, когда есть конкретный расклад, когда ничья выводит нас на чемпионат мира. Скажу честно, что о ничье в команде никто не думает, потому что это всего лишь факт, который нас устраивает, но это не имеет никакого отношения именно к завтрашней игре, потому что завтра мы будем выходить, и я полностью согласен с Валерием Юрьевичем, что завтра будет игра, в которой нужно опять же сделать все, что задумали, все, к чему готовились, и уже потом будет результат. Наши мысли, мы будем сфокусированы и сосредоточены только на своей игре. Ну, а что касается болельщиков, то я уверен, что наших мы тоже завтра увидим. Спасибо большое. До завтра. Спасибо.